Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и это RDR 2 моды, друзья. Спасибо, что ставите в окончики, комментарии ваши все читаю, и сегодня посмотрим. На сегодняшний день самый более-менее работающий, самый более адекватный тренер в RDR 2. Друзья, тут появилось меню, тут есть много разных плюшек, давай бери вкусняшки, устраивайся поудобнее, и сегодня будем смотреть. Мы погнали. Что в нем есть? У нас есть меню. Наконец-то сделали разработчик меню. Я сразу использую два тренера, что был год мод и что было это меню. То есть, понимаешь, уже вместе комбинирую. И, в принципе, все работает. А что у нас в этом меню есть? У нас есть спавн транспорта. У нас есть меняет модельку. Спавн персов. Телепорт. Погоду и время. Чего-то не хватает. Хотя нет, знаешь, всего хватает, но я не вижу оружия. Здесь не хватает оружия. Так, я пришел на какую-то ферму. Я хочу посмотреть, знаешь, время. Как это все смотрится? По 4 часа. По 1, по 15 минут и по 4. А это плюсик, это минус. Перемотка сразу по 4 часа. Время не показывается. По 1 час. По 15 минут. Ну, это все понятно, просто перемотка времени. Но это нужная вещь, знаешь, если снимать ролики, то, конечно, нужно снимать их днем, там, когда светло. А что у нас есть дальше? Погода. Это какой-то фермер. Погода. Кстати, здесь гораздо больше погоды, чем смотрели предыдущий тренер. И тут, конечно, все по порядку. Давай посмотрим. Это ясная погода. Это у нас дождь. Как все будет меняться? Мне интересно, как будет меняться наш персонаж. Будет одевать теплую одежду. Так, что у нас дальше? Это, походу, туманность. Работает фермер в одного. Даже снег есть. Так, снег есть. Что у нас есть еще? Это какая-то погодка пасмурная. Ну, смотрится довольно симпатично, знаешь, так. Нет, гроза, что ли? Ничего себе, какие тучи. Это гроза у нас. Обалдеть. А какие звуки? Какая атмосфера? Ты чувствуешь это? Это уже, знаешь, метель такая жесткая. А погоды очень много, как видишь, на любой цвет и вкус. А мы включим, наверное, погодку нормально. Это проливной дождь. Это какой-то грибной дождь. Фермер, ты работаешь? Ты где здесь ковыряешься? Так, давай-ка выбираем спокойную погодку, знаешь, чтобы без метели, без всего. Да, есть снега, есть дожди, есть гром, есть туман. Все здесь есть, это отлично. Включаем такую погодку. Ветер усиливается, все это офигенно. Это просто была погода и все. Что у нас дальше? Телепорт. Вот это да. Вот это списочек. Список реально огромный, можно перемещаться куда угодно. Это, возможно, все города, все самые интересные моменты в этой игре. Ну, знаешь, я парочку знаю мест. Ну, не знаю многих, вообще не знаю. Понимаешь, я еще не прошел эту игру. Давай-ка наобум. Куда мы переместимся? Давай сюда переместимся. Конечно, идет загрузочка. Все локации, вот, куда мы перемещаемся. Это куда я переместился? Какая-то ферма. Никого я не вижу здесь. Ни животных. А, кстати, знакомая ферма. Да, здесь я бегал. А здесь были братья. Два пастуха, я помню. А вон, кстати, один из них. Пастух спаривает самочек, походу. Что у нас есть еще интересно? А вот и второй пастух респаунулся. Смотри-ка, работники ранчо. Можно разозлить обстановку, можно ограбить. Тихо. У нас, в принципе, есть. У нас есть динамит. Погоди-ка. Держи. Оп. Так, погоди, у меня год мод не включен. Нет, переключить нужно. Вот, теперь включен. Ребятишки, давайте без паники. Ты что там засел? Держи, шашечку, мне не жалко. Так, мы продолжим сейчас смотреть. Буквально 2 секундочки. Мы нажимаем кнопочку, и мы исчезаем. Это свободная камера. Да, чуть попозже посмотрим все остальное меню. Это свободная камера, и могу летать куда угодно. Это просто обалденно, если какие-то, знаешь, делать рубрики. Обалдеть, какое болото. Знаешь, это не птичий вид, не птичьего полета. То есть это намного. Это гораздо быстрее. Это облака, что ли? Это облака, я взлетел выше облаков. Не видно, кстати. А вон какой-то видно.
Обратно залетим, слушай, ну, знаешь, это реально удобно. Кстати, удобно, знаешь что? Можно грабануть даже вот такой корабль. А долететь до корабля и посмотреть, что там есть, какие там люди и как это все двигается. Они вообще просто стоят на месте, что ли? Я не понимаю. Вон, двигается точно. Погоди-ка, он тот точно двигается. О, сколько здесь людей. Можно, интересно, ограбануть. Я вот так, знаешь, можно просто взять и приземлиться именно вот сюда. А нажимаем, приземляемся. У нас есть оружие, да-да. Давайте грабанем корабль. Видишь, как удобно, офигенно. Можно приземлиться куда угодно. А, есть шлюпка. Угу. Где капитан? Сверстать всех наверх. Никого ниже, кстати. Капитан, выходи. А где у нас... А, здесь рубка. Ну-ка, давай-ка наверх. Можешь наверх забраться? Артур? Даже не запрыгивает почему-то. Так, а вот можно забраться наверх. Сейчас, погоди, мы найдем капитана. Найдем. Мы спросим, куда мы плывем. А здесь капитана нету. Здесь тут нет капитана. А я, короче, поплыли дальше. Вон, кстати, есть такая... Ну, тут понятно. Тут понятно. Гребет и гребет. Ну, я хочу, знаешь, приземлиться прям к нему. Чтобы, знаешь, удивился, чувак. Чтоб взял и удивился. Оп! Здравствуй. Теперь там моя лодка. Катись отсюда. Давай, давай, плыви к берегу. Нормально. Сел, выгнал чувака. Сел за весло и поплыл. Давай, давай, плыви. А мы полетели, мы не будем плавать, мы просто будем летать. А лететь можно, знаешь, даже за пределы карты попробовать. Конечно, мы это попробуем в другом, знаешь, в другом ролике, в другой рубрике попробуем. Но сейчас у нас есть еще парочку, куда нужно приземлиться. Еще парочку моментов, что нужно посмотреть. Так, куда мы приземлимся? Прорисовка идет довольно, знаешь, не быстро, но мир реально огромный и есть что посмотреть. А давай-ка на пляжик. Ух, прорисовка какая. А можно, интересно, под текстуру залезть? А это не получается, видишь? Это хорошо, в принципе. А давай-ка на гору встанем вот здесь. Нам здесь никто не помешает. Приземляемся. Ух, досталось Артуру. Так, бессмертие отключилось. Понимаешь, та же самая кнопка у нас включает бессмертие и включает этот мод. А F3 и снова включается бессмертие. Нет, выключается. Мне нужно включить его. Вот все. А, вон как она. А, смотри. А мы вот так сделаем. О, сделал. А что есть еще здесь интересного? Телепорт мы посмотрели. Ну, понятно, телепортируется куда угодно. Спав. А, ты посмотри, сколько здесь всего. Так, 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 так. А, погоди, это же... Ой, это же индейцы! Ты смотри! Здорово, индейцы! Здорово, индейцы! А руки, руки вверх! Индейцы, руки! Они такие трусливые! Индейцы, какие трусливые! Слушай, это реально индейцы, что ли? Они с луком, кстати. О, другие индейцы. Кстати, я понял, что это индейцы. Индейка! Это индейцы женского персонажа. Слушай, ну прикольно, понимаешь, это можно уже сделать какие-то рубрики интересные. А я смогу их связать, интересно? Ну-ка глянем. Во-во-во-во-во-во, я хочу посмотреть, насколько это будет, знаешь, масштабно вот в таком. Воу, девочки, девочки, девочки! Знаешь, чего не хватает здесь? А замедление времени. Это было бы офигенно. А почему ноги, руки не оторвались? Или оторвались? Они какие-то, знаешь, очень быстро откинули копыта. Хорошо, что есть еще интересного? Тут много чего интересного, мне кажется. А это кто у нас? Это у нас ковбои. А это мои главные персонажи, то есть с кем я начинал, да? Или нет? Ну, да, стойте, те самые перцы. Помнишь их? В самом начале. Если помнишь, ставь плюсик. Что есть еще? А какие есть? Модели все, которые есть RDR, а они все. Где они? Я не вижу. Не появляются. А он сзади появляется. А... Еще один индейец, что ли? Другой индейец. Почему индейцы не атаковали меня? Вот в чем вопрос. Почему не атаковали? О, мексикашки, мексикашки. Огонь, 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 ребята, давай огонь. Защищайте меня. Ну, по идее, никто не огрелся. А, это бандит. Это был бандит. Убегает. Пока живой. Мои ребята защищают меня, это здорово, понимаешь, мы в одной команде. А если респануть наших ребят и индейцев? Так, индейцы, индейцы, где вы? А вот индейцы, парочка индейцев. А будет у нас война? Война, знаешь, такая перестрелочка. Пока нет перестрелки, но это можно по делу поправить. Смотри как, ребята, это индейцы, их нужно грабануть всех. Все грабанем индейцев.
Ребята, огонь! Это же индейцы! Во-во-во-во-во-во! Стой, стой, стой! Смотри, смотри! Натяни! Началась перестрелка, что ли? А ты в кого стреляешь? Я не понял. Ты в меня стреляешь. Ты тоже в меня. А в кого еще стреляли? Так и не понял. Ребята, нужна ваша помощь. Они не помогают мне. Слушай, они реально не помогают. А индейцы меня атакуют. У меня бессмертие. То есть без проблем. Воу-воу-воу-воу. А почему стрелы не втыкаются в меня? Жесть, жесть, жесть. Мне нужна, знаешь, мне нужна кобыла сейчас. Так, у меня тоже должен быть томагавк. А его нет, то можно связать, кстати, индейца. А, можно связать индейца его. И поиздеваться над ним. Держи, держи. Это здорово, понимаешь? Можно сделать какие-то уже рубрики. Например, респануть 10 индейцев и положить их на рельсы, чтобы поезд их проехал. Положить 20 индейцев, 30 индейцев, понимаешь? Это рубрика уже с поездом. Да что ты там целишься? Иди сюда. А, я с тобой проще сделаю. Давай, казни индейцев. Хорошо, посмотрели индейцы, посмотрели персонажи, все есть, все они работают офигенно. Так, мы включим снова бессмертие. Так, спавн. Сделать модель свою уже не получается, понимаешь? Это уже фишка тут не работает, я уже дело смотрел. И осталось нам посмотреть все транспортные средства, которые есть в игре. Что у нас есть тут сегодня? Вагон поезда. Почему-то в воздухе. А почему в воздухе? Вагон поезда. Нормально. На меня не упадет. Вагон поезда. Окей, что у нас? Охотники за головами. Ребята, нужна ваша помощь. Ребята, нужна ваша помощь. А если респану ящик индейцев? Смотри-ка. Бум. Кого-то, знаешь, присобачило. Спав индейцев. Индейцев меня убили. Но не беда. Убили так убили. Мы снова на коне, а сейчас мы глянем, а где я был? Сверху, что ли? Моя лошадка на месте. Это можно посмотреть с помощью F2 прилететь. А вон мой вагончик. Голубой вагон. Так, я приземляюсь аккуратненько сюда. Ребята, почему-то меня не защищали. А мне осталось посмотреть только спавн, какие есть транспортные средства. Давай же глянем, что есть интересного. Так, поезд мне не интересен. Это что респонулось? Ребята, что это такое за неземное? Какой-то гладкий камень, что ли? Погоди, что это такое? Это, возможно, какая-то недоработанная модель. А, окей, окей. Это поезда у нас. А, поезда, поезда. Неинтересно, это что за дичь? Это корабль с пушками. Ты посмотри, какой корабль с пушками. Обалдеть. А я смогу на нем поплавать. Слушай, слушай, я хочу... Это, слушай, подводная лодка, что ли, какая-то? Офигеть! Внутрь можно посмотреть, видишь, можно пролетать. Но, видишь, тут не прорисована текстура. Но он масштабно смотрится, идет дым какой-то. Почему-то с одной стороны прорисовка есть, а с другой нет. Кстати, камера еще неудобно, не умеет, а влево-вправо поворачивать. Только, знаешь, вперед и назад, видишь, только вперед и назад. А, окей, приземляемся, понятно. Здоровый корабль с пушками. Его нужно ставить на воду. И будет смотреться грандиозно. А, хорошо, что есть еще интересно? Мне все интересно, потому что, понимаешь, все модели здесь находятся, и я, возможно, что-то не видел. Это для индейцев. Есть уже. Это уже для них. О, телега. Смотри, какая лошадка. Это телега. А я не буду отключать, наверное, этот мод. То есть мы так сядем, покатаемся чуть-чуть. Посмотрим, как это будет. Поехали, поехали, давай быстрее. Нормально, на такой тачке я еще не гонял. Даже маленький, знаешь, дрифтует. Хорошо, прыгай, Артур. Прям с разгону прыгай. Я тебе дам другую лошадку. Я тебе дам вот такую. Так, ну это понятно, разновидности будет. Слушай, как прорисовка, обалденно. Хомут, все прорисовка офигенно. Даже глаза призакрыты, понимаешь, чтобы животное, знаешь, не боялось, смотрел только вперед. Что есть еще? Где респонулось? Ну, это тачки. Одиночные тачки. Это что за... Нормально. Есть что-нибудь такое, знаешь, грандиозное. Где тяжелая артиллерия?
Ну, такое я уже видел. Такое тоже я видел. Мне нужно что-то, знаешь, грандиозное, большое, масштабное. Телеги. Одиночные. Из золота. С крыши. Чего только нет в РДР. Смотри-ка, реально. Плюшек разных. О, это индейцам. Слушай. Знаешь, что здесь надо? Здесь нужен пулемет. А его нету. Здесь нужен реально пулемет внутрь. И вдвоем покататься в РДР 2 онлайн. Так, здесь ничего нету. Солнце у нас заходит. Ну, не беда. Сейчас. Ух. А это что за тачка? Я не понял. А почему она прокатилась? Тачка на прокачку. Ну, окейшки. Так, нужно сделать солнышко. Но я, знаешь, не буду, в принципе, сбрасывать. А то я, видишь, по порядку иду, смотрю и тебе показываю. И еще что-то интересное. Это пулемет. Мы уже на нем пробовали. Да, я помню. А если помнишь, тоже ставь лайкосик. А это пулемет другой. Кстати, против индейцев. Офигенно. А давай-ка я запомню, где мы были здесь. Я хочу респануть, знаешь, много индейцев. И попробовать их выкрасть. Я как раз тут хорошую поляну присмотрел. Видишь, как? Хорошо. Сейчас мы сделаем погодку. Быстренько сделаем погоду. Погоду минус 4 часа. Вот так, чтобы солнышко и погода ясна. Вот, понимаешь, для чего нужны эти скрипты, чтобы, конечно, показывать и хорошие ролики, чтобы что-то интересное показать. Так, теперь мы сделаем спам. Конечно же, индейцев. Они, знаешь, мне зашли эти индейцы. Почему больше не появляется? А, смотри, максимум, походу. Один, что ли, и все. Брат, ты остался один, другие разбежались, другие погибли. Что за перестрелки? Нет, послышалось? Слушай, не появляется больше индейцев? Странно. Ну, нужно просто перезайти в игру, там будет все появиться. Ну, окейшки, пускай один индейец. Сейчас тебе будет жарко, сейчас, погоди. Респанем дальше, посмотрим, что есть там еще интересненького. Так, перемотаем. Быстрой перемотки здесь нету. Да, быстрой нет перемотки. Так, перемотаем. Я помню, где мы остановились. Я хочу посмотреть буквально все, либо хотя бы большее количество. Так, погоди. А это что такое? А это полицейская карета. Вот это да. Во! То, что нужно. Смотри. Реально. Офигенно. Ковбойский патруль можно снимать вот на этой тачке, понимаешь? Офигеть. О, май гад. Будет реально трешево. Что, где? Погоди, я, кажется, пролистал. Тот. Да, я точно пролистал. Я не помню эту телегу, слушай. Вот она, вот пулемет. Как его можно поставить поровнять, слушай? Можно как-то его? А он только так ставится, что ли? Погоди. А если развернуть вот так? А вот индейец, кстати. Слушай, она не разворачивается. Она только в ту сторону стреляет, что ли. А погоди, я если сяду за него. Садись. А, на 360? Да, смотри, слушай, это пулемет крутой. Индейец, беги! Без шансов индейца. Слушай, ну пулемет реально крутой. Ребята, а вас можно? Нет, своих ребят нельзя. Они нашим... Только можно вот этого индейца еще. Где охотники за головами? Как раз есть пулемет, а для них. Как раз реально пулеметик для них. Так, давай, это посмотрели. Ну, знаешь, я знаю, есть... Что за звуки? А вот это надо ставить, конечно же, на рельсы. А она работает, интересно? Управление. Да, слушай, работает. Нажимается Е, но он не садится. Возможно, просто... Не на рельсик становится, видишь, как она в землю сразу падает. Слишком тяжелая. О, это еще тяжелее. Это что такое? Здоровый корабль. Обалдеть. На нем можно, интересно, поплавать? Там есть, кстати... Ну-ка, погоди-ка. Давай-ка приземляем сюда. Теперь я капитан, теперь я могу управлять этим кораблем. Ну, знаешь, прорисовку довольно офигенно. Ну, хорошо, посмотрели, корабли. Мне нужно, знаешь, не корабли, мне нужно что-то такое, знаешь. Сейчас я пойму, что... Вот что мне надо. Все к черту, полетели. Знаешь, без щитов, без тренеров мы сможем просто полетать. А как на нем летать, кстати? А он летает на нем? Артур, ты летаешь на нем, нет? Ну-ка, погоди-ка. Все, мы сели. А как... взлететь. Шифтом. Shift держим, и он поднимается наверх. А как влево-вправо? Обалдеть. Вот это красота. Какие тени, посмотри.
Эрдер мы полетели выше. Слушай, а можно здесь сразу охотиться на птиц? Вот так, знаешь, взлетел и поохотиться на птиц. Так, отпускаем shift, и он падает. Влево-вправо никак не получается. Офигеть. Ну, это жалко, конечно же. У нас бессмертие включено, нет? Вот так, включим. И можно, в принципе, выпрыгивать. Выпрыгивай, Артур. Ууу, где твой парашют? А, я сдох. Мы снова на коне. Где мы находимся? Давай-ка взлетим повыше. Я хочу, знаешь... О, невидимый. Нужно, по идее, сперва... Так, вернем обратно. Нужно сперва просто вылезть, потом уже включить и полететь куда угодно. Так, я был. Пойдем туда. Хорошее местечко, ровное местечко. О, мои ребятишки. Мой шарик. Кстати, не такой, но и большой, как мне казалось. Так, приземляем сюда. Год мод, возможно, не работает, потому что работает другой скрипт. Что есть еще, друзья? Давай, наверное, снизу посмотрим. Буквально чуть-чуть посмотрим. Так, эта тачка я увидел. Это снизу я пошел. Это обычная тачка. Тачки. Пушка. Пушку я тоже смотрел. Но в чем проблема с пушкой? Она не поворачивает, а влево-вправо. Видишь как? Огонь, Артур. Но стреляет довольно быстро. Дальность ее, конечно же, не очень... О, нет, выше нужно. Ядро очень большое. Так, хорошо, мы уже стреляли в другом ролике, мы уже смотрели. А это что за гробовозка? Это свежо, реально гробовозка, что ли? Это, возможно, для тюрьмы, для элитной. Видишь, потому что такие прорисованы, красивые. Для чего это? Для цирка, что ли? Наверное, для цирка, слушай. Довольно забавно. Какие только нет транспортных средств в RDR 2, слушай. Вот это точно цирк. Кто? Кто здесь возмущался? О, индеец. Где-то индеец. Где-то индеец по мне стреляет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Какой индеец? Где индеец? Не вижу индейца. Ребята, помогите мне, разберитесь с индейцем. Мы посмотрим, что у нас есть еще. Вот сюда индейца. Сюда засунем сейчас индейца. Это тоже какой-то цирк с шепетом. Воу-воу-воу-воу. Для диких животных. Кстати, два места сразу, видишь, как открывается. Где-то индейец, он там меня пасет. Ребята, а вот индеец. Ну-ка, погоди. Давайте с собой разберемся. Давай вмашему. Хорошенько его. С одного удара, красиво. А что есть еще? Обалдеть, чего только здесь нету. Вот здесь нужен пулемет, понимаешь? И вот здесь нету. Она, по идее, открывается коробушка, а внутри, наверное, пулемет. Тачки. Ну... Знаешь, была тачка с пулеметом. Да, была тачка с пулеметом. Был пулемет на 360. В принципе, много разного транспортного средства в РДР. А корабли. Это другой корабль. Кораблей здесь тоже хватает. А где поезда? Кстати, точно. Где поезда? Так, фургон. Еще один фургон. Фургонов дофига. Бронированный фургон. Во-во-во-во-во. 4 кобылы. Обалдеть. Вот эта тема. Я хочу прокатить. Смотри, 4 кобылы. Насколько будет? А почему 4? Потому что, возможно, очень тяжелая. Ну, слушай, ну он гораздо быстрее, мне кажется. Ну-ка, посильнее. Посильнее давай. Не стесняйся. Так, это мне здесь не нужно. Так, что еще? Так, свайся сюда. Вот. Спокойно, знаешь, такая. Можно сесть все вместе. Всей бандой сесть сюда и расслабиться. Тачек. Слишком много, знаешь, разных тачек с веслами. Еще корабли. Нет, погоди. Корабль мне не нужен. Корабль слишком большие. А есть, знаешь, какой-нибудь линкор здесь. Ну, конечно, не та эпоха. Ух, смотри, какой длинный. Обалдеть. Прикольно длинный. Можно на него залезть и посмотреть, что там есть внутри. Довольно шикарный, да, такой? Смотри-ка. Интересно, на них можно поплавать? Мы можно, конечно, проверить в другом ролике. Можно на них поплавать, либо нельзя. Пиши комментарии, я попробую потом респануть и на них поплавать.
Ну, не на таких, конечно. Это вообще корыто. Смотри, как корыто. Отгрызанное. Бобры покусали. Старое корыто, тоже старое корыто. Что-то есть внутри. Это нормально корыто. А это что такое? О, кораблик, смотри-ка. Реально кораблик. А как им управлять? Он реально есть в РДР, что ли? Кораблик? Типа... маленькой машинки управляемой. Так, а это что? Это что? Не вижу. Не вижу. Еще меньше кораблик. Здорово, туристы. Так, что-то респонулось, нет? Так, больше ничего не респонулось, что ли? А нет? О, вот это да. Вот то, что нужно. Почему он висит в воздухе? Я не понимаю. Он даже прыгнул, смотри-ка. А если по нему стрельнуть? Может, упадет? Нет, не падает. Ребята, бегите дальше. Вы сами напросились. Да смотри, какой грызающий. Все, отдыхаем. А я хочу покататься на поезде. Ну-ка, сможешь залезть, Артур? Ну, не разочаруй меня. Залезь в него. О, может. А буква ЕЕ. Смотри-ка, мы нажимаем Е. И что? Гу-гу? Ду-ду? Так, погудеть я не могу. Нет, погудеть я не могу. Управлять тоже не могу. Он нифига не работает, понимаешь? Он висит в воздухе и все. А, это вагоны, расследование. Допускай расследование. А, свидетели. Понятно. Что есть еще? Вагоны. Вагоны. Это вагоны остались. Поезда, вагоны, все есть. Это офигеть. Это какой-то бронированный поезд. Ну-ка, дай-ка я гляну со стороны. Еще поезда. Тут, кажется, покруче поезд. Еще вагончики. Расследование. Пошло расследование. Это по комнате свидетели, которые приехали и увидели парочку трупов. А, друзья, мы уже все посмотрели. Это уже полицейский, мы уже дошли до полицейского. Ну, в принципе, и все. А, где мои индейцы? Я хочу еще индейцев. О, индейцы работают. Смотри, смотри. Сколько индейцев? Да-да-да-да-да. Они есть. Они есть. Осталось только, знаешь, добежать до той пушки, которая, я не знаю, осталась или не осталась. А, много-много индейцев. Так, это шериф приехал, что ли? Погоди, погоди, у меня есть для тебя... А, есть для тебя в розыске. Погоди. А где она? Как она называлась, кстати? Пулемет на 360. Я не помню, как он... О, тачка, тачки, тачки, это тачки. Это тачки. Я не помню тот самый пулемет на 360 градусов. Погоди, шериф, далеко не уезжай. На тебе тачку, которая сейчас поедет. Тачка не поехала почему-то. Так, есть такой пулемет. Вот, 360. Ребята, вернитесь, пожалуйста. А, сообщение о преступлении. Хорошо, у нас есть сообщение о преступлении. Пускай приезжает шериф, разбирается с этим. Я с ним разберусь, а с помощью этого пулемета. Я дам вам шанс, ребята. Бегите, я даю вам шанс. Бегите, бегите, бегите. Один остался, смотри. Движущая цель всегда, знаешь, хороша. Ее можно, знаешь, про... Руки, ноги, обалдеть. Реально вынес просто. Они там спрятались, что ли? Кто, кто, где? Огонь, огонь! Шериф приехал. Вот это зрелище. Меня убили. Обалдеть, вот это зрелище. Не работает GodMod. Вот в чем еще проблема, понимаешь? Не хватает этому скрипту, чтобы был GodMod. Но не беда, все ребята поправят. И, конечно же, будет еще у нас обзорчики на новые. Ну, новые скрипты, на новые моды обязательно, дорогие друзья. А мы попробуем еще туда приземлиться, если там и все остались на месте наши перцы. Где мой пулемет? Пулемета я не вижу, да? Пулемета уже нет, а возможно все дело исчезает. Или я просто нахожусь не на том месте. Что это такое передо мной? Пушка, что ли? Это ножик. Ножик, револьвер. А не вижу я то самое место, где была стрельба только что. А где-то тут, либо тут. Уже будем, друзья, заканчивать с вами. Уже на этой ноте будем заканчивать. Спасибо, что смотрели до конца этот ролик. Все есть в описании на все скрипты, на моды RDR 2. Мы продолжаем. Всем удачи, всем огромное спасибо. Всем пока.